ძვირფასო მეგობრებო. ეხლა მოვსმინოთ ჩვენ საყვარელ იუბილეარს, ესტრადის მსახიობთა სრულიად საკავშირო კონკურსის ლაურეატს, რესპუბლიკის დამსახურებულ არტისტ ქეთო ჯაფარიძეს. როიალისტ პარტიას ასრულებს კონცერტმეისტერი ევგენია აგაბეკა. Когда-то в юности влюбленной девчонкой я, перечитывая повесть о весне, ждала часами вас у изгороди тонкой и долго плакала, мечтая о весне. Вы верно помните прогулки в реке, наш поцелуй заброшенной аллеи. Я это делала рассудку вопреки, но я ничуть об этом не жалею. Тот домик маленький, где выросли мы оба, храню я в памяти и помню до сих пор. Дымок над станцией, укутанный сугробы, и у вагона наш прощальный разговор. Вы покидали нас, вы стали далеки, писала вам ответа не имея, я это делал рассудку вопреки, но я ничуть об этом не жалею. Воспоминания далекого былого порою вычеркнуть так трудно и не вмочь. Мы в жизни встретимся, быть может, с вами снова, быть может, снова мне придется вам помочь простым и ласковым пожатием руки. Печаль и грусть по-старому развею, я это сделаю рассудку вопреки, и никогда о том не пожалею.